Женя, а что это? Куда мы приехали? Короче, это называется Мандекс, это частный русский пересечение Путевого леса. Ага. Короче, чувак ехал с крестового похода, ну, на коне рыцарь. Ага. Цак-цак, едет. Там напротив поля был, ну, там, ну, по легенде, чувак пас баранов, короче. Ага. Там. А он такой спал, крыса к нему подъезжает, такой, типа, где тут замок можно построить? А он такой ему там, это получилось, ну, тут, да? Вот. И, ну, то есть замок постоянно, замки вообще, они постоянно строились, достраивались, то есть не то, что его там... А тут уже какой-то, ну, не замок. Отель. Отели, рестораны, свадьбы тут проводят, расписываются, как это, как ЗАГС. Ага. Вот. Замки сами по себе сейчас не могут существовать, потому что дорого очень. То есть или они у государства на балансе, или у богатых людей, которые сдают, как гостиницы, используют еще. Тюрьма? Там музей есть, там даже топор есть, который Микола выдумал. Башни такие прикольненько. Красиво. Терраса. Вау. О, столб позора. А, я понял, это видео. Ты тут снимал видео, да? Да, конечно, я только понял. Ух ты, класс, как! Полная плотина, полная. Обалдеть, красиво! Летом тут офигенно, ты даже не представляешь. Вот у меня приезжали знакомые с Карпатской. Мадин, Германия. Ну, реально классно. Красиво. Вот, ну, на сюда... том углу, короче, пастух вот на том углу был, вот тот лес напротив, который там полностью как, не зоопарк, а как, контактный, как по-русски, вот. Плотина. Хоп. Ух ты, там тоже какой-то замок, да? Что это там такое? Там эти, как, рабочие помещения, не знаю, эти генераторы стоят, или как их назвать? Сюда. Денис тут ходит. Горы. Лес. Погода, конечно, прикольненько. Дорогие зрители Ивана, вы уже видели, наверное, место это, короче, общественная пасека, то есть общество пчеловодов, так будет правильно сказать. Собрание проходит в летние периоды, каждый последний вторник месяца, а зимой, короче, как получается, в кабаке проходит. И летом каждый вторник тоже, по-моему, они приезжают вечером, обучаются тут, те, кто хотят попробовать. Чтобы человеку пчел не покупать, не инвестировать деньги, они просто едут сюда, смотрят на чужих пчелах, как работать, и есть возможность как бы получить от общества бесплатно пчел, тоже попробовать, не понравится, ты просто их можешь потом отдать пчелы и все, то есть не инвестировать деньги. Как-то так работает. И очень сильно, что мне нравится, в Германии развита пропаганда. Как бы много этих, кто они, для диких пчел. В общем, в последнее время в Европе исчезают пчелы дикие, это как бы вот эта вся поляна для пчел посажена диких.
Евросоюз финансирует, называется Grünenstreifen, я не знаю, как по-немецки, по-русски будет. В общем, зеленые полосы с медоносными растениями, то есть, как бы, получается, специально сеют, чтобы сохранить диких пчел, потому что популяция исчезает, потому что, ну, все распахано, ничего не брошено, и негде собирать пчелам, как бы, пищу себе. И из-за этого вот это садят. И вот тот отель был, я не знаю, он разрушен, наверное, после вчерашнего разрушил. Вчера был ураган сильный. И, возможно, его вчера разрушил, может, раньше уже. Это отель для диких пчел, то есть где дикие пчелы селятся и размножаются. А тут пропаганда просто про пчел, вот эти вот таблички приделаны, все. Как бы хорошее место. Тут есть электричество, вода, все вот это вместе. Медогонки стоят, как бы все на свете, что надо. Вань, ты посмотри здесь, таблички. Тут полностью все вся история. Какие особи, пчелы. Ну да, состав семьи, там королева. Труть несколько пчел. Танцы пчел, видишь? Танцы к какому как, свету. Как они направление выискивают. Ну, формят друг друга. Видишь, везде эмблема, то есть это как вот, ну, общество, федеральное. У вас общество. И на банках они, да? Да, везде? Это федеральное общество пчеловодов. То есть это эмблема как бренд. Угу. То есть эта фиша стоит денег, то есть ты ее не можешь как, ну, копировать. То есть, ну, общество пчеловодов этим живет. Вот эта пропаганда идет, вот. То есть. А там для диких пчел, да? Да, там это для отель. Осми. Тут видишь, тут друзья, на тропинке, тропинка протоплена. Идем по тропинке. А, и ты так ходишь, да? Да, это сделано, детей водят же, детей со школ водят, садиков. Как бы вишники, медоносы. Такие медоносы. Сколько надо летать, чтобы килограмм меда протащить сюда-сюда, понял? Поэтому я считаю, что это так. Такие хочу себе, Коля. Кого? Коли? Коли, да. О. И доску. Да, хочу прикольно. Хочу у меня беседку, чтобы обвил плющ. Такие Коли. А здесь он глубже поставлен. Да. Чтобы не гнило дерево. Видишь, тут написано просто, что он сколько матка, 30 км в час летает, сколько на одну третью веса своего. Как сказать, грузоподъемность 1/3 веса. Интересно. А что это такое? Это дикий, это укроп, наверное. Да нет, раскопано, смотри, кто-то раскопан. А, ну лисы, наверное. Ну, какое это животное? Ну, много, но... нет. А, свежий. Орешник лучше зацветет. Сказание. Весной орешник. Орешник, он же у нас весь регион. Спел куда-то. Чуть тут нету. Для осми. Да, для осми, блин. Не его, кстати, диких пчел. Ну, диких. Осмия. Осмии там разных, их разновидностей много. Там вчера, наверное, сломало или когда. Из-за снега много было. Снег. Мокрый снег. Грибы вон у вас растут. Ага. А это, короче, это учебная, да, пасть? Поляна. Общество пчеловодов, как бы, понимаешь, как это? Город большой, 20 тысяч человек, да, то есть в другом городе, вот, допустим, где мы вчера были, у них свое общество пчеловодов. Ну, как это региональное или маленькое общество пчеловодов назвать. И просто, допустим, там вот Заксенхаузен, дальше отсюда 15 км, у них свое общество пчеловодов. Там другой город, там еще 15, у них свое общество пчеловодов. Вот, и просто это как вот это именно этому обществу пчеловодов принадлежит это здание, то есть городскому, да, то есть город, и который деревни рядом. А если взять районное общество пчеловодов, оно раз в год собирается, как это годовой отчет или как его называть, то это в Заксенхаузе проходит, потому что у них это есть. Короче, как у нас в Украине спилки. У вас общество, у нас спилки. А у вас вообще в Германии пчеловоды, там можно заниматься, быть пчеловодом, не состояв в спилке, в обществе? Да, можно, да? Самое главное, чтобы ты был в это ветеринаров зарегистрирован. То есть получается. Ну, паспорт. Года... Нет, у нас паспорт. У нас нет вообще никаких. Якобы как у нас. Нет. У нас ветеринары, короче, смысл, паспорт пластики. Если что-то случится, из-за чего сделано, из-за болезни, как бы гнилец, да, самая такая, ну, как фигня, да, считается, такая, ну, да, неблагополучная. Просто ну, если это... гнилец начнется, то общество пчеловодов, знаю всех пчеловодов, оно быстро их найдет, то есть, чтобы карантин наладить, там, почистить что-то. А тех людей, которые просто сами по себе тупо и же тяжело найти, ну прикинь, ты где найдешь, в лесу тут могут пчелы быть, там в лесу. Сам факт, что ты должен был зарегистрироваться. Года три уже, это, короче, ты обязан, не должен, а обязан. И за это большие штрафы, короче. То есть тупо, если у тебя пчелы стоят, и тебя может кто-то сдать, тебя там, ну, косарь минимум может нарисует. Вот. То есть оно тебе ничего не стоит, оно все бесплатно, но просто из-за того, что из-за эпидемии, чтобы ты был зарегистрирован.
египетские эти. Это иероглифы. Ну, импера это пасека переводится. Ткачка меда. Везде знаки общества. Да. Видишь, еще это, как сказать, я ничего плохого в обществе не вижу, как бы, ну, мне финансово они не это самое, как не обременяют. А что вообще дает это общество? Вот у нас первый вопрос в Украине, ну, что общество, мне даст общество? Вот, допустим, мне общество дает страховку. Это, короче, кража, потеря пчел, то есть, ну, если, конечно, ты сам их не, ну, понял, да, как. Естественно, ты денег не получишь, там, рыночную стоимость, но у меня у знакомого воровали, года три назад отсюда тоже пчел воровали, но их не нашли, как правило, пчел не находят, вот. У меня у знакомого украли два уля, по-моему, он получил по 100 евро, по-моему, за... То есть ули считают как остаточная стоимость, то есть вообще ничего. А за 7, ну, короче, по 100 евро. А так, если взять, то рыночная стоимость примерно, если... Ну, взять корпус, грубо говоря, по 18 евро, если... То есть, получается, на скольки, на двух корпусах, да, на одном корпусе. Ну, грубо говоря, пусть там 60 евро стоит ули. И пчелы 130 нормальные стоят, 130, 150. То есть, ну, грубо говоря, на 200 украли, а получил 100. Ну, хоть что-то получил. Первое, что дает, это страховка. Да, то есть на воровство. Но ты получишь столько, сколько ты зарегистрировал. То есть у всех пасек, допустим, ну, зарегистрировано 30. Да, за, да, то есть, да, если есть 100 ульев, то 100 и регистрируют. Да, за 100 ты получишь. То есть, допустим, если тебя, грубо говоря, гнилец, да, поразил, ты получишь за свои там 30 семей или за сколько зарегистрировал. Ты не получишь. Официально, там, который, да, зарегистрировал. Потом тебе дает эта страховка одна по закону, я не знаю, как Rehabversicherung по-немецки будет. Это... как сказать, если соседа покусали пчелу то или кого-то, какой-то хрен сюда придет, нет, какое-то левого там покусает что-то по законности, то есть твои интересы в суде будут, ну, отстаивать. Да, то есть у тебя соседом пасека рядом стоит, у тебя соседа покусали, он у тебя наехал, там собаку у нее съели или еще что-то, то есть это общество пчеловодов будет тебя заступать, то есть уже вот эти три фактора дают. Юридические какие-то, да, помощи, да, да? Да, да. Ну и то, что ж брендирован. Ну, брендирование, это как бы, знаешь, брендирование ничего не дает. Ну как, ты же покупаешь банки, это все. Ну да, ну брендирование это уже везде. Общество, да, то есть пропаганда пчел идет. Но смысл в том, что, как сказать, большая часть людей себя сами как брендинг делают. То есть, допустим, браузер, он сам себя брендирует, брендирует. Потому что, он говорит, были проблемы, когда приносили вообще не мой мед, пытались ему вернуть. Вот, и поэтому он сделал свой, ну, как свою этикетку, свою банку, все свое. Допустим, одного человека знаю, он под этим продает. То есть, понимаешь, эта но фигня дает тебе... общество, да, продавать, подожди, да, маток, нет, или нет? Через общество. Короче, есть продавать? Общество, которое закупает мед, которое занимается. Ну, от силы общества зависит, местного, не федерального, а местного. Как сказать, вот эта фигня, как бы, значок, тебе говорит о том, что это продукт немецкий, то есть там made in Germany, то есть там made in Украина, сделано в Украине. То есть этот значок, когда человек покупает мед, он уверен в том, что он покупает местный продукт. То есть он знает, что это деньги пойдут, допустим, не на Украину, там, не в Австралию, или куда-то, там, в Аргентину, а что именно это собрали немецкие пчелы. То есть как бы это, ну, то есть как made in Germany. Собрано немецкими пчелами. Есть еще какие-то нюансы. Я же тоже могу в Украине карника с Германии писать. Собрано немецкими пчелами. Ну, да, в принципе. Как раз, да. Не, ну ты же подписываешь документ, что в Германии, ну, да, произведен мед. Именно в Германии. Нет, вот это вот тебе дает. Но а, когда, ну, когда сдаешь, ты сдаешь, да. Да. Ты, когда сдаешь, ты подписываешь, что у тебя, как сказать, мед собран в Германии, что ты, ну, как гарантию даешь, что мед в Германии, и что ты, как сказать, обрабатывал препаратами, которые, ну, как допущены в Германии. То есть как форшрифты по-немецки будут, то есть, ну, правила, а да? Смотри, а общество же тоже обучает пчеловодов, да, как правильно? А, ну, вот ты говоришь, что общество дает. Короче, сейчас, как сказать, много-много лет назад, когда наш начали разговаривать про поляков, как они строятся, там румыны на форумах пошло, то есть когда начали, ну, показывать там пасеки, там ребята рассказывали, как она Апиславия, да? Угу. Там что там такие помещения, то есть трактора, все как бы Европа выделяет же всем денег, вот, а выдают основную Восточную Европу, чтобы, ну, на селе людей, как бы, ну, потому что село это самое, ну, как бедное, да, получается, ну, вообще в любом государстве. И поэтому их начали финансировать, допустим, в Румынии, в Польше, там, в Болгарии, да, копейки дают на это, чтобы маленько развивались пчеловоды. А я, как бы, тоже замутить хотел, чтобы мне дали в Германии, тоже можно получить, в принципе. Вот, я спросил, говорю, а как, где наши-то деньги, мы же тоже должны получать? Они говорят, мы свои деньги в науку все тратим, то есть 7 институтов этих надо, ну, как финансировать. Вот. А они дают, если ты вот, кстати, в обществе пчеловода стоишь, то ты курсы дешевле делаешь там, ну, то есть там, допустим, курс стоит 20 евро, ты 10 евро хочешь, ну, как бы, ну. Ну, мелочь, но приятно, скажем. Вот. Очень много в образовании. Но если я завтра приеду в Германию жить пчелами, то я могу сам поставить, да, пчел? Не обязательно мне в общество. Нет. Ты можешь поставить у себя дома, решить проблему, но тебе нас вид лечебницы на учет ставить.
Но самое главное, не перенады. Ну, в принципе, как и у людей. У людей тоже прописано. Там само огорожено все, там они вот у них это, видишь. Мне что нравится, в Германии у них везде вот эти вот, ну как сказать-то, рекламные щиты или как вот это. Ну да, по-вашему пропаганда и по-нашему тоже. Не, пропаганда, по-моему, мне просто нравится это слово. Вот, я имею в виду, что как они профитируют это, как бы, ну, представляют. То есть, понимаешь, как бы сказать, любую деятельность надо презентировать. Ну, да. А вот у вас нету в Германии какой-то социальной рекламы, там, по телеках, там, нет. Что-то связанное с пчеловодством, с медом? Нет. Такого нету. Вот, видишь, тут, короче, у нас будет День области. Это вот уже, что будет, ну, в следующем году. Ага. И что они тут? Это они что-то про эти, не знаю. Короче, что-то решали они. А что решали сейчас? Что-то решали. Сайт у вас вот им да. В корбах. Рекламка. Ага. Короче, программу хотят создать на вот этот Хессен. Так, они будут, короче, там с ярмаркой стоять туда. Короче, что они будут делать, они хотят. Поэтому, скорее всего, видишь, там вот эти вот ученики. Вот эти два человека, они уже давно. Вот этот человек у нас, он делает это. Как сказать, тот смотрит пчел на здоровье. Так Захсфорштейнги по-немецки будет. Он ходит, смотрит. Это его, он тоже знаком. А это все новенький. То есть, не заметил, он там раз, два, две женщины, одна, он вообще молодая. В последнее время очень много женщин, ну, как идет. Пчеловодов, да? Да, да? И тоже это вот то шеф, то не шеф, то что. Ну, там, ну, короче, информация вся. Да, да. Им Кервер, Корбах, Кервер. А там заседание, там, да? Там домик, там большой-большой стол стоит, потом, короче, шершневые гнезда таких капсул занят. Шершни в красной книге убивать нельзя, короче, там, ага. Там очень большой за них. Тут сюда можно зайти? Нет, она лишь закрыта. Закрыто. Не, а, ну да, тут же ограждено. А хотя тоже это, вот, чуть-чуть подзапущено. Ну, в плане он заборчика. В плане заборчика, да. А так домик сам смотрю такой. Домик был еще лучше, он был чисто деревянный, такой вообще классный. Ухоженный. Ну, стареет все. Ага, ух ты, а тут собачка чья-то. А, боксерчик. Вот, нет, как бы я считаю, что больше пользы, чем не пользы. Как, знаешь, как люди говорят, в любом случае не вредит. Вот. Ага, понятно. Ну, спасибо за экскурсию. Бумаг, я считаю, что это хорошо. Короче, это база в Корбахе. И такая, да, ну, точно такая же база, да, есть в других. Ты живешь, допустим, в каком-то доме, да, много квартирам, то есть не в частном доме, вот как я жил, да, допустим, ты же не можешь там с бухты-барахты, хоп, сразу место нашел под пасеку. То есть ты можешь туда пчел своих поставить, то есть они постоят, потом ты найдешь место и съедешь. Ну тут тоже работает, знаешь, вот человек завтра, который с нами поедет, он, ну, вот как вот эти вот, он тут функции выполнял определенно, он говорит, они там учат других, блядь, а сами чуть не до драки. Советчиков, знаешь, ты так делай. Он год пообщался и сказал, короче, никогда в жизни больше на общественную работу. Неблагодарное это дело, да? Там у вас дорожки, я видел, велосипедные, да? Тут же вот, тут вот тоже знак стоял. Тут все дороги полностью, все это, ну, люди что входили. Да, пешеходы. Пойдем сюда тут. Машины ездят. Это федеральная дорога, вот по ней мы сюда приехали. Друзья, представляете, поле. Обычное поле. Да нафига это снимать? Я для пасечника снимаю. Он сказал, сними все. Среди поля стоит лавочка и курилка. Ну, мусорка. Не, люди с собаками. А еще среди поля вот такая дорога. Чего нету в городах. А тут просто среди поля такая дорога. Денис, передай привет. Там вот дом, вот какая-то дорога, смотри. Вот видишь, это хутор типа получается по-нашему. Ага. И вот хутору, там мост через дорогу, это все построили до хутора, то есть, ну, грубо говоря. Угу. Это велосипедная вообще-то дорожка, да? Да, это, нет, это направление. Короче, это деревни, которые там, это вот Мейнерингхаузен и Штрот, это деревни. То есть, получается, ты на велосипеде с туда поедешь, ты в эти деревни приедешь. Ага, это указатель. Прикольно, видите? Корбах. Корбах-Сити. Корбах-Сити. Корбах как Париж, только немного меньше. Как Париж, но маленький, да? Да. Да, не знаю, я как, ну, там ветряки. Да, мне нравится маленький. Дома. Очень много ветрячков.
первая знак. Она и держится. Автобусы. Автобус, ты спрашивал. Это школьный автобус. Школа вот там, где видишь прожектор, это не прожектор, а сотовая связь или тарелка, там, вот там школа. Там, короче, получается, типа, короче, у немцев, у них образование основано таким образом, что ты не учишься, как в СПТУ или ПТУ, как по-русски, как бы, ну, где-то там, учебное заведение. Ты учишься при предприятии, допустим, у тебя там слесарка, там, в другом автомобиле, у третьего пассика. Это практика, да? Да. Вот ты, вот я, допустим, я у тебя работаю три дня, весь день, блин, не, там, не два часа в день или сколько, я тебе работаю весь день, как нормальный рабочий. Ага. Полный. Полный? После Нового года махом наполняется. Пьют очень. А вот это что? Это одежда. Это тут вещей. Для вещей? Да. Вот если тебе надо что-то, можно что-то взять, посмотреть. Надо что-нибудь? Не, не надо, не надо. Уже полный. Все, потом, то есть фирма какая-то их ставит. Ага. И потом приезжает, собирает. А у вас, ну, бомжи есть? Бомжи? Ну, как бы, есть даже европейские, есть бомжи там всякие. Не, ну, есть, не, ну, по большому счету... Могли бы прийти, ну, бомжи. А зачем им так денег хватает? Им хватает? У них есть же, то есть государство им платит деньги, да? Но там они на улице могут подрабатывать чисто на пиво там. Ага. Я же не знаю, на что они деньги тратят. На наркотики можешь. Хотя наркоманам так дают, ну-ка. Я не знаю, то есть, да. Ну, как бы человек больной, то есть как. Чтоб не было угрозы для общества, лучше ему дать, чем, ну, как бабушки будут трястись ходить, мое мнение. Так или нет? Вот, как это нормально относится. Прогулочка. Да. Ты рассказывай, что дом, что за дом. Я откуда? Я знаю, что за дом. Welcome. А я откуда знаю, кто тут живет? Руть, Евгений Руть. Участок. Тут нету больших участков, потому что огородов не надо с картошкой. Старые участки 60-х годов, 70-х годов были большие. Потому что люди еще там картошку садили. Ну, как понимаешь, да? То есть получается, то, что мы сейчас переживаем, они пережили много лет назад. Соседи. Это мы уже не дома. Это соседа уже, да? Это да, сосед. Вот. Ну, короче, вот где-то тут вот граница моя. То есть, ну, угол, ага. Да? Вот ты вчера, Ваня, спрашивал-то про забор. Я говорю, саму... Да, забор, конечно, на пасеке ну, такой. Обгородить пасеку вообще шикарно. Расскажи по ценам, как электричество провести там на базу твою, которую ты говорил. Короче, объект один купить хотел, да, вот этот, где разрушено. И там, короче, там подстанция стоит. Из подстанции идет вот такое, ну как электричество, фрайляйт по-немецки называется. Ну по столбам. По столбам идет, это еще делали у них там, ну, 100 лет назад. То есть сейчас все в Германии, все под землей. То есть ты идет по городу, вообще не видишь, ну, нету проводов нигде. Все идет под землей. А это вот 100 лет назад они там протянули, и вот это так висело. И получается вот этот стояк сам, я не знаю, как он называется, куда провода подходят. Столб. Не столб, вот этот, на крыше, который стоит. Да, я не знаю, как он называется. Короче, он не сегодня, не завтра упадет. Вот этот объект я когда купить хотел, я начал интересоваться, сколько, что стоит, ну как, ну, ремонт выйдет, сколько денег. И, короче, там я не знаю, в общем, я не буду врать, сколько метров тянуть. В общем, кабель протянуть... Там метров 200 максимум. Не знаю, короче, протянуть кабель только один на 100 киловатт. Потому что пришла фирма, посчитали, они спросили, что ты хочешь делать, я говорю, это. Они посчитали. Короче, кабель протянуть 37 тысяч евро стоит. Не считая того, что в доме надо все переделать еще 80 тысяч. В общем, короче, реконструкция дома, ну как замена вот этого кабеля обошлась, что сколько? 117 тысяч, только электричество. А по воде чувак пришел, сказал, отопление тут крутое.
ну, трубы поменять, это тридцатка. Вот ферму тоже расширяется, еще одну ферму строят. Вообще много у вас дорого, тут скотины. Все, дорого. Скотины очень много. Скотины и баранов, и коров. Лошадей. Все, скотины очень много. Летом поспеешь, кругом все пасется. Но это опять же, понимаешь, вот как бы сказка, вот тут, наверное, как коммунизм, да, то есть вот когда я был в детстве, когда у нас все было в достатке, коров же тоже, коровы вечерами ходили, там, то встретит, то не встретит, там, подоили, выгнали, они пасутся, то есть, как бы у людей даже, наверное, ума не хватало, что можно корову там соседскую сожрать или барана соседского сожрать, потому что люди были в достатке. И тут также ты едешь, да, ты видишь этих баранов, да, там коров, у тебя ума не хватает, что там барана можно украсть, сожрать или все. Потому что ты знаешь, что ты можешь в магазине купить. Но это опять сугубо мое личное мнение. У меня знакомый мясник, короче. Он как бы скотину, ну, на заказ колет. Ему звонит чуваки, короче, бухие такие, говорят, слушай, там Санек, подъезжай, нам надо барана заколоть. Он подъезжает, короче, они открывают гараж, стоит бычок. Он говорит, слушай, это когда не барана бык. Они такие, блин, темно было, мы даже не заметили, что мы сперли. Короче, как бы тоже воруют.